Всем доброе утро. Выехал пораньше. Чуть темновато. Мне посвежее след куницы нарваться. Ну, пойдем посмотрим. Что тут у нас под камень заодно посмотрим. Сегодня у нас минус 4. И небольшой ветерочек. И снежка припорошила. Чуть-чуть, но все равно есть какие-то следы. Может, и видим. Немножко деревья шумят. Не сильно. Лохари на камень полетели. Должны уже. Заграй кого-то залаял. Прямо у дороги мне получается. Слева чуть-чуть. Ну ладно, сейчас посмотрим. Как же шумно подходить, бля. Кого ты ловишь? Где я? Не вижу. Еще темновато, но не видно. Это запряталось, наверное. Не вижу. Пойдем, заграй. Ну, это точно белка. Ты сразу же дриснул. Поднял температуру немного. Пальцы перестали мерзнуть.
с мешком куда красивее стало. Все. Приманочка там. Заграй куда-то сиганул. Ошибочка. Вышел. Пока ничего не видел. Не слышал. Кто-то был тут. Обнюхивает. Тут ничего не видно нам. Интересно, все вокруг уже застыло, а тут мягко, и муравьи ходят. Не завершили свою работу. Тепло даже выходит. Непонятно. Забирай, кого-то залаял. Сейчас не слышу. Это был он. Еще послушать. Кого лаял? Что перестал лаять? Я уж тут подумал, что это серьезно. Красота. Куница лазила. Ищет. Там видно на бревне, и видел следы. Куда-то дриснула, надо смотреть. Пошла, выходной следок тут должен быть. Вон она нашла. Клювом, наверное. Тут тоже чуть-чуть расковырял. Но камня тут нет. Замерзло уже. Заграть что-то залаял. Не знаю что. Сейчас со стороны леса подойдем. Я уже вышел назад. Вон что-то смотрю уже сзади. Что-то перестал лаять. Белка, наверное. Она уже с той стороны ходит.
Ладно, надо идти туда. Все, свернулся назад. Ничего не видел, кроме рябчиков. И все, ничего не попало. Теперь домой. Всем хороших охот. Хорошего настроения.